сегодня 26 августа 2021 года. Герои, наши герои гидрокосмоса сегодня тоже выходят в море. Море сегодня не очень хорошее, поэтому решили поменять плавсредство. Ну и пытаемся где-то спрятаться, чтобы нырнуть. Сегодня ныряем с Павлом Борисовым. Подбор грузов – это ответственное дело. Каждый относится к этому по-разному. Кто-то пофигистически, а кто-то очень ответственно. Семен, а ты как относишься к подбору грузов? Ответственно подхожу к этому вопросу. Ага. Дабы... Понятно. Ну и небольшая экскурсия. Собрался. Так, там баллоны.